Проснись и пой, Игорь. Татьяна? Тебе многое нужно увидеть. Ищи меня в Припяти. Татьяна пропала опять. Ah!
Помнишь, как мы приехали в этот город избранных? Семенов так хотел взять тебя в свою команду. Вас отобрали из ленинградского политеха, тебя, Бориса. И тебя, Таня. Не надо себе врать. Меня позвали только из-за тебя. Это было твое призвание. Ты был героем, который должен был все исправить. Мы оба этого хотели. Ты этого хотел. А меня ты хоть раз спросил? Таня, брось. Все, что я сделал или хотел сделать, это все было ради нас. И я думал, это наше будущее. Будущее? Я покажу тебе будущее. Thank you.
Афанасий! Афанасий! Приветствую, незнакомец. Все еще ищешь брата? Да. Не могу понять, куда Афанасий запропастился. Давай посмотрим. А у тебя что-нибудь? А я... Счастливого пути, друг. Как ты выбрался? Ты хоть знаешь это?
Они задумали создать идеальный союзный город. Атомный Наукоград, в котором собралась бы элита, ученые, инженеры, художники, где у каждого было бы все, что нужно. А самое главное — цель. И остальное было бы не так уж важно. Ни бедности, ни преступности, ни неравенства. Вот только в итоге получился концлагерь в красивой обертке, где держиморды из КГБ не давали жить другим. И когда случилась авария в Чернобыле, они первым делом стали спасать себя. И что осталось? Кладбище высоких технологий с призраками. Осколки утопии. Что случилось, Игорь? То же, что и всегда. Человеческий фактор. Люди нерациональные. Сколько бы они ни нахапали, всегда хотят еще. Всегда хотят что-нибудь испортить. Посеять хаос. Но для меня город был особенным, несмотря на результат. И что в нем было такого особенного? Мы. Милый мой профессор Хименюк, пойдем, покажу тебе воспоминания получше. Ты чувствуешь? А запах какой! Это ветерок с Припяти. Цветут цветы, кто-то варит кофе, наливает лимонад. Мы поели сладкого и вместе читали, лежа в траве. Ты всегда читала фантастику. Какие у тебя там были любимые авторы? Стругацкий. И еще Булычев. Иногда они как будто сидели с нами за столом. Здорово было. А помнишь, как гидросамолеты гудели, уходя на Киев? Ты мне показывал. Давно это было, но... Да, вроде помню. А зимой мы катались на коньках по реке. Совсем как я в детстве в Мурманске. Ты так носилась, как ракета. Вечно пугала бедных рыбаков, которые сидели над лунками. А я был как корова на льду. Это точно. Но я была рядом. Держала тебя за руку и не давала упасть. Я так хочу снова взять тебя за руку. Ты мне нужна, Таня. Очень нужна. Я знаю.
хрена ли тебе надо? Что случилось, Игорь? Мир обречен, мышонок. Давай потише. Ты так нар на нас накличешь? Или чего похуже? Я вижу нас всех на дьявольских облаках. И чувствую прикосновение преисподней. Зеленый рой. Распространяется, как лесной пожар, уничтожая все на своем пути. Крысиный король торжествует, но он и сам не устоит перед ужасом, который освободил. Ничего нового, значит? Ты все шутишь, мышонок! Но скоро тебе будет не до смеха. Скажи, что мы делаем с поломанной вещью? Чиним? Или доламываем? Это ты про Чернобылит? Это я про мир. Не уверен, что я тебя понимаю. Как ты считаешь, почему Крысиный Король выбрал этот мир, чтобы явить свой гнев? Уж точно не потому, что мы такие благородные и замечательные. Скорее потому, что
а мы злые, грешные и испорченные. В основе своей именно наши поступки призвали его. Мы с самого начала времен творили ужасные вещи с себе подобными и с миром, который населяем. Кто знает? Возможно, это наша кара. Возможно, мы заслужили. Заслужили что? Приход века крысы. И мы проведем наши последние дни, искупая свои грехи. Или нас истребят без пощады. Я не философ и не пророк, но я уверен, что мы еще можем стать лучше. Посмотрим, мышонок. Но судный день близко. Опомни мои слова. Привет, старик. Что замышляешь? Да ничего особенного. Надо не забыть дозиметры проверить. Радиация. Бессердечная ты, сука. Наш трухлявый старик, не ты. Другой недавно задвигал про это. Про что? Что Припять была заражена еще до Чернобыльской катастрофы. Ты же ученый. Скажи, это правда? Таракан не самый надежный источник информации в зоне, но в этом он может быть прав. Вот тут поподробней. Во-первых, Припять зря выбрали для строительства атомной электростанции. Почему? Место уединенное, кругом болото да леса. Самое подходящее место, чтобы хранить секреты. Именно, болото. В болотистой местности мало некоторых минералов и элементов. Тоже относится и к местной растительности. Из-за этого местные растения все очень быстро впитывают. Даже ядовитые вещества, например, радиоактивный изотоп йода. Кроме того, СССР и некоторые страны НАТО активно испытывали ядерное оружие еще с 50-х, из-за чего в атмосферу попали тонны радиоактивных осадков. Ага, я на Ютубе что-то такое смотрел. Касл Браво, Царь Бомба. Серьезная хрень. До 63-го становилось только хуже. Ядерные державы хотели провести как можно больше экспериментов до вступления в силу ДЧЗИ. ДЧЗИ? Договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Соглашение между СССР и Западом, после которого испытания можно было проводить только под землей. Но сотни ядерных взрывов уже загрязнили атмосферу по всему миру, включая Чернобыль. Если бы кто-нибудь прошелся со счетчиком Гейгера по болотам вокруг Припяти до строительства электростанции, то обнаружил бы, что они уже облучены. Охренеть можно. Здорово, Игорь. Привет, Оля. О чем думаешь? У нас есть свежая рыба. Чего? С чего ты вдруг решила это спросить? Да достали эти консервы. Не помню, когда в последний раз ела что-нибудь свежее. Ясно. Я сообщу, если вдруг найду суп из моллюсков или икру. Может, еще бутылочку шардоне, чтобы запить. Ой, не умничай, а. Я прекрасно знаю, что в зоне можно достать, а что нет. Как насчет устроить рыбное хозяйство? Рыбное хозяйство? Ага. Нам не помешает больше белка в рационе. Забавно, что ты вспомнила про рыбу. Когда я только устроился на Чернобыльскую АЭС, ребята рассказывали, что КГБ разводит рыбу в прудах-охладителях. Правда? И большая рыба вырастала? Огромная. И сразу приправлена была. Стронцием 90. Жаль, что есть нельзя. Я бы даже сейчас не рискнул выращивать рыбу в Припяти. Видимо, придется обойтись консервами. Да. Причем не тебе одной. Нам нужно по-другому распределить снаряжение. Давай. Только бардак не устраивай в моих вещах.
Mm-hmm.